Посол проармянской Франции в Азербайджане Закари Гросс выступил с заявлением. Франция всегда имела дружеские отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией и Грузией. И мы хотим строить тесные отношения со всеми странами Южного Кавказа без исключения, отметил он. По словам дипломата, как и Азербайджан, Франция является светской, современной и многоконфессиональной страной, где атеисты, христиане, евреи и мусульмане живут вместе и с уважением друг к другу. Наши страны обязаны продолжать то, что было сделано нашими предшественниками. Франция встала на сторону Азербайджана, когда он получил независимость в 1918 году. Президент Франсуа Миттеран был одним из первых глав государств, признавший новый Азербайджан в 1991 году, говорится в заявлении. Гросс также подчеркнул, что Азербайджан и Франция реализовали ряд совместных проектов. Поэтому я не удовлетворен недавней напряженностью, которая негативно сказывается на наших отношениях. Мы должны их преодолеть. Я уверен, что перезагрузка важна для всех, не только для наших двух стран, но и для Кавказа и для Европы, заявил посол Франции. Он также прокомментировал заявление от 9 ноября. Оно должно позволить открыть новую страницу в истории Южного Кавказа. Мы должны стремиться к открытию региона и региональному экономическому развитию, но мы все равно должны быть амбициозными. Сегодня мы должны стремиться к миру между Азербайджаном и Арменией, как Де Голль и Аденауэр строили мир между Францией и Германией. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.